Добрый день, друзья! Продолжаем смотреть на новинки. И давайте посмотрим на демку Skill Legend Royale. К сожалению, звуком в меню нам пока... Нас пока не удивят, не порадуют. Но, может быть, в самой игре звук будет. И начнем мы с вами с обучения, чтобы знать, что к чему, что надо нажимать. Итак, добро пожаловать в битву за навыки. Здесь нам нужно изучать навыки, чтобы усилить героя, чтобы победить других игроков и стать окончательным победителем. Далее я научу вас, как изучать навыки, чтобы повысить свою силу. Давайте вместе стараться, а? Это ваш герой. Герой — ваш боевой юнит. Здесь количество жизней и энергии героя. Здесь, ну, панель свойств героя. Смотри, изучение навыков. Это магазин навыков. Магазин навыков может появляться... Изучимые на навыки. Ну, хорошо. Нажмите на навык, чтобы изучить его. Давайте пробуем изучить один навык. Говорят, уклонение. Пыл и дольж. Избежать. Каждое очко уклонения соответствует 1% уклонения. По умолчанию можно уклониться только... от какого-то урона. Базовый урон атаки. Изучение навыков позволит герою получить бонус способности этого навыка. Отлично! Отлично! Теперь давайте вступим в бой и проверим свою силу. А у нас же еще есть денежки. Ну ладно, давайте вступим в бой. Так, у него быстрее заряжается. Хотя мы выиграли предыдущую игру, сила противника была неожиданно сильной. Далее мы столкнемся с еще более сильными вызовами и должны воспользоваться временем, чтобы повысить силу героя. Повышение звезды школы навыков. Каждый навык принадлежит определенной школе. Изучение навыков увеличивает опыт школы, которой принадлежит навык. Когда опыт достигнет 8 очков, эта школа будет повышена на 1 звезду. Давайте изучим навыки, повысим 1 школу навыков до 1 звезды. Смотрим. По идее, можем вот этот пылый додж взять, он сразу атаку даст, и это. Это хорошо. Еще один пылый додж взять, чтобы сразу и то, и то. Слушай, не стоит одинаково. Но эти два у нас до второго уровня прокачаны. Возьмем. Можем еще безумный крит взять. Давайте пылый дождь качать, пока нам его предлагают. Так. Отлично. Теперь увеличиваю атаку на 6. Каждый уникальный навык. Базовая ветвь атаки увеличит максимальное здоровье на 15. Больше максимального здоровья — это хорошо. В целом. Сколько у нас денег? А видимо, пока мы не улучшим, у нас столько денег. Давайте возьмем тебя, шоу этих, по одному навыку, этого два. Безумный крит. Каждая крит-атака увеличивает атаку на 3. В течение 1,5 секунд суммируется 12. Вот, давайте возьмем. Это оно нам атаку повысит. Атаку на 6. Или взять... Давайте тебя возьмем опять же. Хочется взять увеличение атаки просто. Но, с другой стороны, можем так вот все вон, здоровье увеличили. Окей. Магазин навыков может появиться более высокоуровневый навык. После того, как мы звезду повысили. Дополнительный эффект звезды. Можем нажать на книгу навыков, чтобы посмотреть. Ну и герой будет, соответственно, повышен. Увеличение количества жизней. Отлично. Изучение редкого навыка. Отлично. После того, как школа навыков достигнет 1 звезды, у нас есть возможность выучить редкий навык в магазине навыков. Давайте выучим один редкий навык. Нажмите кнопку «Обновить». Это редкий навык. Синий фон более мощный, чем обычный навык. Быстро выучите и посмотрите эффект. Каждую 1 секунду время боя увеличивается скорость атаки на 7,5 вплоть до 75%. Классно. То есть потихоньку так оп. И выучить за 10 секунд выучим нашу атаку. Классно. Так.
наносит рукопашный урон, равный текущему атаке врага на 100. Давайте подъем, да. Каждая школа навыков достигает одной звезды только тогда, возможно, появление редкого навыка этой школы в магазине. Когда школа навыков достигает 2 звезд, по умолчанию появляется редкий навык этой школы в магазине. Изучение редкого навыка может добавить 2 очка опыта этой школы. А может не добавить. Отлично! Редкий навык значительно повысит нашу силу. Давайте проверим это в бою. Давайте. Только это я сперва закуплюсь. Деньги это пока бесконечные. Ну, видно, что у нас атака увеличилась. Пока мы становимся сильнее, враги тоже становятся сильнее. Мы не можем больше так волноваться. Нам нужна более мощная способность, чтобы получить подавляющую победу. Повышение навыка до максимального уровня. Каждый раз, когда вы повторно изучаете навык, он повышается. Обычный навык достигает максимального уровня на 5 уровне. Редкий навык достигает максимального на 3. Чтобы повысить нашу силу, давайте повысим один навык до максимального уровня. Давай. Военное безумие вон есть. Или подъем. А, собственно, если мы сейчас купим что-то не максимальное, нам скажут, нам же еще что-то дадут, да? О, пыл и додж есть. На 5 секунд увеличит атаку на 80. Обратите внимание, когда навык будет повышен до максимального уровня, будет дополнительный бонус числовых значений. А в чем разница? Каждый 0,8 секунд текущему значению, текущему. А тут у них нету увеличения. Странно. Ладно. Максимальный уровень навыка может усилить нашу силу, но этого недостаточно. Нам нужен более мощный навык. Возможно, повышение школы навыков может дать нам новый выбор. Возможно. Давайте... Что, каждый додж покачаем. Оп, 3 звезды. Хорошо. Информация о легендарном навыке. Легендарный навык — это конечный навык каждой школы навыков. Когда школа навыков достигает 3 звезд, только тогда возможно появление легендарного навыка этой школы в магазине. Когда школа навыков достигает 4 звезд, по умолчанию появляется легендарный навык этой школы в магазине. Изучение легендарного навыка может добавить 3 очка опыта этой школы. А может не добавить. Ух ты! Оказывается, школа навыков достигает 3 звезд, можно разблокировать легендарный навык. Так как самый мощный навык этой школы, он обязательно поможет нам сокрушить врагов. Быстро выучите один легендарный навык, но чего ж вы медлите? Смотрите, это легендарный навык. Сияющий оранжевый цвет. Символ силы. Бесстрашная комбо. После запуска базовой атаки есть 40% шанс атаковать еще раз. Эта дополнительная атака также может вызвать комбо. Окей. Отлично. Легендарный навык значительно повысил нашу силу. Теперь мы обязательно сокрушим наших врагов. Я уже не могу дождаться, чтобы вступить в бой. Ну подожди, мы же можем тут закупиться все еще всем. Деньги-то пока бесконечные. Номер один. Отлично. Похоже, вы уже освоили основные операции игры. Теперь идите покорять вселенную. Давайте стараться. Хорошо, мы с вами прошли обучение. Выкрутить горячие клавиши. Так, дорогой боец. О, нам музыку включили. Спасибо. Во время периода пробной версии в Steam мы будем еженедельно выдавать награды в виде алмазов в официальном сообществе. Присоединяйтесь к нашему сообществу в Дискорде и получайте бонусы пробной версии. Нажмите на вопросник в правом верхнем углу главного интерфейса и заполните его. В конце вопросника у вас есть небольшой подарок в виде 480 алмазов для всех. Так, это что? Пусть слава, остаток сезона 288 дней. У нас пока обычный, дают какой-то хихе. Таро X2. Давайте посмотрим. Используйте один на этапах, выбор героя и выбор сокровища, чтобы обновить параметры, доступны в магазине. А они тратятся?
Недостаточно премиум пас. Купить в магазине. Pay to win. Не. За другие кристаллы можно героев разблокировать. А есть часть артефакты, с которыми нас не знакомили. Хорошо. Начало. Так, убираем героя. Вемом волшебник получает яд. Может быть, мистического мага. Используя супернавык, его урон увеличивается. Призывает магический шар. Вот давай, наверное, мистического мага возьмем. Так, уберем еще. Шанс обновления редкого навыка в магазине значительно увеличивается. Приобретите последний полученный вами навык. Его можно использовать до 3 раз. А, то есть можно получить что-то редкое и продублировать. Ну давай реплику. Так, Ашука используется. Так, ядовитую атаку возьмем. Так, у нас есть яд и меч. Яд и меч. Что еще? Сколько у нас еще? 2 раза можем. Все-таки яд неплохо. О, каждый крит носит по противнику 5 атаков яда. Так, и... Что у нас? Разрывной заряд. Вот так вот возьмем. Ух, он больнее бьет. Но мы победили. Так говорят, парни, используйте кнопку мыши. А, на колесико нажимать? Не знаю. Так, давайте продолжим. Обновим, наверное. Давайте обновим. Здесь замораживает. Сейчас, так, заморозки неплохо, но... Давайте критический заряд возьмем. Ядовитый дождь возьмем. И ядовитую атаку тоже возьмем. Потихоньку увеличиваем. Ну, кстати, у нас много яда наложил. Но мы все равно победили каким-то образом. Отлично. Так, можем взять лечение. Восстанавливает 10 здоровья каждую секунду. Каждую ульта пусть восстанавливает нам немножко здоровья. Возьмем тебя. Здесь нам надо... Что, можем также каждый крит восстанавливать 12? О, может, чтобы крит врага не удавался. Это было бы неплохо. От каждой ульты пусть еще 20 стаков яда дает. И надо будет яд прокачать. О, надо было и весы использовать еще. Но нет. Он активно лечится, такое ощущение, но смотри-ка. Ой-ой. Мы можем проиграть. Но нет. Так. Что нам лучше взять? Пусть наша ульта восстанавливает нам больше здоровья. Теперь. Восстанавливает одну энергию каждую секунду. Так. Повысить нам здоровье.
Ветка крита или уклонение? Чего у нас больше? Ветка крита. И давай так. А, не успели пока прокачаться с этим. Ладно, будем надеяться, что тут мы справимся. Ребятки там в чатике ругаются. Успех. Бита продолжает слишком долго, теперь оно будет ускор. Так, противник победа. Что можно взять? 5 навыков, полученных подряд, принадлежат к одной и той же ветке. Это будет вознаграждено один случайный навык. Да, пробуем тебя. Так, 5 навыков одной и той же ветки с ядом, в принципе, может помочь. Яд. Это не яды. Давайте рерол. Это тоже не яды. Давайте еще рерол. Яд. Есть. О, каждый крит. Давай так. Это не яды. Так, яд. И давай тебя. В смысле недостаточно золота? А, цена 100 золота еще. Вот оно как. Это я не посмотрел. Не, тут мы проиграли. А, не, мы справа. Мы справа, точно. Так непривычно, что мы справа. Можем посмотреть на битвы других. Так. Продолжаем брать штуки с ядом. Ядовитый дождь. Так, окей. Редкие навыки дают 2 дополнительного опыта. Так, это что? А можно мне меня? Все-таки это. Так. Нет навыков, доступных для копирования. А время заканчивается. Яд. Аула. Ладно, лучше не переключаться на других, потому что времени мало. А нам помимо того, чтобы мы смотрим на других, надо еще со своими навыками разбираться. Окей, так. Яд у нас уже есть звездочный, и это хорошо. Так, 2 звезды есть. Отлично. Можем взять... Так, 75 стаков яда. С самого начала можем наложить. И денег больше не осталось. А потом, кстати, можем продублировать его. И у нас сразу есть и первого уровня с первой звезды с критом. И с 2 звездами на яд есть. Живем. Отлично. Давайте продублируем то, что мы в прошлый раз получали, предбоевой яд. Плюс, когда начинается битва, крит можем себе повысить. Ну и на этом все. Идем пока. Чего у нас? Осталось еще немножко повысить предбоевой яд. Мы сейчас в начале битвы 150 стаков яда накладываем. Это хорошо. Плюс каждый крит наносит врагу еще 35 яда.
А остальные навыки у нас не так прокачаны. А у него 200 здоровья. У него здоровья намного больше, чем у нас. Тут мы можем проиграть. Но нет. Так, продолжаем развиваться. Что возьмем здесь? Так, нам бы что-нибудь с палочкой, да, взять? О. Так, военное время, когда начинается битва, крит увеличим. Отлично, и замораживающую атаку. Вообще нам замороз, мороз нам не сильно нужен. Просто атаку на 6, и противник запускает атака, может быть, неудача. Это, наверное... Не, давайте обновим. Так вот. Ух, все, наше первое поражение. Ну ничего. Мы сейчас встанем и продолжим сражаться дальше. Так, гелиотроп. 700 золота получаем. Но наше здоровье уменьшается на 5. Всего лишь на 5? Может, редкие навыки чаще появляться. Давайте 700 золота. Чё нам? Плохо, что ли? Мы сейчас закупимся всяким. Так. Уменьшает восстановление энергии врага на 7%. Хорошо. Ульта дает больше яда. Хорошо. Тебя даем, да. Можем, наверное, сейчас. Исцеление ядом. Окей. Что у нас еще есть? О, время заканчивается. Тут нам бы лучше это поторопиться. Ой-ой-ой. Нет, тут мы уже нет, а не справляемся. Нам нужно больше редких навыков. Второе поражение подряд. Что-то мы делаем не так. Так, давайте максимальное исцеление. Ядовитый. Не, давайте обновим. Что-нибудь, лечебный додж. Давайте пусть ульта восстанавливает больше навыков. Тебя берем. Дальше. Совсем прокачиваем тебя. И все, закончилось. Пусть при ульты восстанавливает 4 энергии каждые 2. По сути, в течение 2 секунд мы восстанавливаем сколько? 4 на 5. 20, 40 энергии. Утонули, энергию быстро восстанавливаем. И сможем еще раз ультовать. Ух, отбились. Так, надо, кажется, сосредоточиться на чем-то одном. В нашем случае на яде и энергии, да? Давайте, по-моему, обновить. Заморозка — это хорошо. Слушай, ну это уже почти просто прокачанное уже. Тут давайте обновим. О, тебя возьмем, потому что редкий навык. Тут обновим. А, за 200. Хотелось бы. Кажет мне, ульты оглушают врага. Вот, давай еще больше яда за ульту. Немножко не хватило, к сожалению, для редкого навыка. У нас может появиться уже легендарный навык.
Так, ну это было неплохо. Отлично. Тогда... слушай, можем... Давайте обновим все-таки. Еще обновим. Тебя берем. Энергию врага уменьшим. Отлично. И обновим что-нибудь редкое. Ну, что-нибудь редкое. Ну, пожалуйста. Регенерация. Больше энергии. Давайте пусть вот это будет легендарного навыка. И можем что-то еще взять, да? А что, нам из этого ничего не надо? По идее. Выражение. Давайте тебя возьмем. Ух он. Ничего себе нас закидал как. Силен. Да, тут как-то... У нас, по-моему, шансов не было. А как так? Ладно. Значит, надо обновлять и искать легендарное что-то. Так, замораживание яда. Годится ядовитое пальто. Есть шанс нанести больше яда. Окей. Давайте попробуем обновить. А смысл? Давайте ядовитый додж. Но как-то это было не очень хорошо. Но постараемся выиграть следующую битву. Ух, у него 3776 здоровья. Так. Наш урон может быть также с магическим шансом текущего. Берем. Магический крит. Хорошо, либо взять военное время. Криты вычивается на 15. Давайте так. О, может, 1000 контратака. Нам ее не хватает. Можем уклонение выключить на 3. Либо продолжать следующего раза, чтобы у нас было больше денег. Давайте подождем следующего раза. 100 монет — это неплохо. Оставим пока. Так, у нас 12. Соперников становится, по-моему, меньше. Да, там какой-то нуля уже упал. Мы справа. Ой-ой-ой. Но нет. Поражение. А Соус Доп, к сожалению, погиб. Так. У нас уклонений-то не так уж много, но давай. Так. За 20 обновим. Каждая крит вычивает атаку до 3. Так. Ну давай тебя покачаем. И шанс найти, есть шанс восстановить одну энергию. Это хорошо. Волшебный додж у нас нету, к сожалению. И легендарный навык нам не пришел. Это может стоить нам победы. Но можем пока... Так сделать. Ничего себе. Так, надо что-то делать. Так, покачиваем яд. Дальше. Меняем тебя. ХП-страйк. Окей. Шанс восстановления энергии. Хорошо. Сможет нам помочь. У нас... Но эффект ульты у нас увеличен. Окей. Количество зарядов яда тоже почти на 50% увеличено. И наш ликерта увеличен. У нас нету легендарного навыка. А если мы сейчас проиграем, мы выпадем. О, Кайоми нас уже побеждал. Ой-ой-ой, больно, больно. Больно, убивают.
Увы. Но мы номер два. Ничего себе. Неплохо. С первого же раза дошли до второго номера. До второго места. До серебряной медали. И это неплохо. Буньк. Четыре уровня взяли. Дорогой боец, если вам понравился опыт игры, не забудьте добавить ее в список желаний, а? Давайте вместе начнем это замечательное приключение. Ваша поддержка – это наша движущая сила. Ветка щит разблокирована. А что, она была заблокирована при этом? Кошмар. Тут что-то интересное. А, даже интересно посмотреть, что у вас прячется в мешочках. А, что, возможно... Вот, то, что мы тут дошли до второго места, вот нам показывают. 300, чтобы разблокировать. А сколько у нас этих кристалликов? А где можно посмотреть? Сколько до кристалликов у нас точно есть? А сколько? А где? Как узнать? 50. У нас 100 кристалликов. Окей, я умею складывать 50 и 50. А здесь 600, чтобы разблокировать 300. 300, 600, 1800, 300. И здесь по 400. То есть наши эти 100 ничего не дают. Ладно. А что щит, говорят, разблокировано? Достигни уровня серебро 1, чтобы разблокировать эту ветку. Еще не все ветки доступны. Надо же. Ладно, поехали. Попробуем разыграть еще одну партию. Может быть, в этот раз мы сможем занять первое место. Так, Каозиум. Панда воин. Каждый раз, когда герой получает урон, есть шанс восстановить здоровье. Мгновенно восстанавливает 100 здоровья, прорисовывая банку вином. Наносим урон. Тигровый стрелок. Понятие ульны увеличивает скорость атаки. Призывает молнию, кто мгновенно поражает врага. 200 урона и увеличивает атаку. Хорошо. Давай возьмем тебя. То есть каждый ульта увеличивает скорость атаки. Хорошо. Что у нас? Добытый навык можем получать. Каждые 4 раунда. Если выберем. Первые 2 обновления бесплатные. Либо 550 золота потом. Гримуар журнал. Так. Возьмем, наверное, на крит что-нибудь. Только тут у нас на крит ничего нет. Но можем урон атаки базовый взять. А также... восстанавливать тебя. И замораживать, наверное. Хотя зачем нам заморозка? Не, это было зря. Давай, давай. Эх, не смогли. Увы. Было у нас 30, а стало... Минус 1. Окей, 29. Хорошо, вот у нас есть крит. Годится. Дальше. Можем обновить. Может, что-нибудь еще на крит будет? Есть на яд. А зачем нам на яд? Так, можем эффективность восстановления энергии взять. Давайте возьмем и... Давайте случайное что-нибудь. Так тоже можно. И мы снова 1% потерянного здоровья каждую секунду. Не думаю, что нам это поможет. Надо скорость атаки увеличивать.
Не-не-не, тут мы проиграли. Второе поражение подряд. Кошмар. Ладно. Так, а мы, говорят, будем же получать по единичке каждый, не? А, каждые 4 раунда будем получать. Ладно. Давайте посмотрим что-нибудь. Каждое уклонение и шанс восстановить 2 энергии. Давайте возьмем. Каждую уникальную ветку крита. Давай тебя и непрерывный взрыв возьмем. Потому что упускает снаряд. Окей, первая победа. Так, мы идем по криту, поэтому крит замораживания, непрерывный взрыв прокачиваем. Здесь ничего на крит нету. Здесь тоже. И здесь. Здесь на обычную атаку есть. Шанс, что базовая атака потерпит неудачу. 7%. Я думаю, это неплохо. Давайте возьмем. А там крит заряд был. Крит шанс, имеет шанс восстановить энергию. Мы с вами как раз по критам идем. Ну ладно. Давай, 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 малыш. Есть. Наша вторая победа. Так, очиститель пуля. 50 золота в начале раунда. Когда вступаете в бой с менее чем 100 золота, урон АКК плюс 3. И дополнительно 200 золота получим. Ну, давайте. Главное тратить все золото, да? Да, это мы без проблем. Так, каждый додж сохраняет. Уже у нас додж, в принципе, тоже есть. Давай возьмем. Но нам бы... Да. Давай еще обновим. Так, исцелительный крит есть. И максимальное здоровье вычесть. Базовые ветви. Базовые ветви у нас мало. Надо что-то брать. Давай тебя возьмем. И крит-заряд берем. И надо что-то взять. Давай исцелительную атаку. О! Наш товарищ. Посмотрим, кто у нас будет лучше. Отлично. Тогда идем дальше. При запуске есть шанс восстановить энергию. Это хорошо. Каждый критак наносит больше урона. Либо крит вычивается, но... Давайте тебя. Дальше... Давай шанс... Или долю уклонения восстановить. Смотри. Давай так. Может, все-таки два разных дает. Хотя сам по себе уклонение на 3 увеличивать, наверное, было бы полезнее. Нам бы скорость атаки поднять. Так, хорошо. Вторая ульта пошла. Отлично, целительный крит. Идем. Дальше. Нам хорошо будет взять что-то на энергию. И тогда лучше, наверное, уклонение шанса восстановить 6 энергии. Это хорошо. Тебя мы обновим. Что у нас есть?
Давай еще попробуем обновить. Может, это более редкое придет. Нет, более редкое не пришло, к сожалению. А зачем нам заморозка? Заморозка здоровья — это не то, что мы хотим. Здесь лечебная додж. Что-нибудь на крит есть? Что-нибудь на крит? А вообще что-нибудь? А зачем мы взяли яд? Зачем мы взяли яд? Яд нам не нужен. Ладно. Потому что у меня сейчас плюс 3 урона. Ай-яй-яй. Да. Не стоило брать яд. Отлично. Мы идем с вами дальше и смотрим. У нас крит, энергия, то, что мы хотим. Каждое применение ульты оглушает врага на секунду. Давай возьмем. И критаку вычивает атаку на 3. Это хорошо. Может, что-нибудь еще есть хорошее? Да, больше урона. 4% текущего здоровья врага. Это хорошо. И скоро мы уже докачаемся до еще одной звездочки. А против нас бог Арес. Сможем ли мы разобраться с богом войны? Нет, не смогли. Жаль. А чего у него? 4-1. У него скорость атаки больше. Так, хорошо. Хорошо, давай заряд здоровья возьмем. О! Каждая крытая атака носит больше урона. Это хорошо. Так, здесь... Можно, конечно, обновить, но можем взять 2 каких-то навыка. И базовая ветвь. Возьмем так. Больше здоровья. И шанс восстановить 8 энергии. Хотим? Или увеличить уклонение? Давай так. Может, мы почти докачали там. А полностью прокачан навык, он, говорят, очень эффективен. Джаваркс против нас. Так, что у нас? У нас 2,9 скорость, 2,8, у него 2,3. Но он, значит, нас победил. Хорош. Хорош. А бога Ареса никто не может победить. У него все еще 30 здоровья. Так, случайный набор. 7 случайных навыков, 500 золота. Или каждый раз, когда в магазине появляется редкий навык, начисляется награда в 15 монет. Давайте Синдари и Лунное кольцо возьмем. Мне кажется, это будет забавно. Получили. Остальные тоже выбирают. Хотя 500 золота сразу тоже было хорошо. Так, зарядная атака. Давайте возьмем. Оп, магический крит берем. Здесь давайте сделаем рестарт. Исцелительный крит. Или крит защита. Пусть крит и атака у тебя не попадается. Вот. Заморозить мы не можем. У нас есть небольшой шанс, что да, атака противника не удастся. Поможет ли это нам победить? Вопрос хороший. Нам бы как-нибудь удачу увеличивать. Там в прошлый раз попадался артефакт, который увеличивает перероли шанс попадения редких навыков. И вот он-то нам и нужен. Окей, а мы с вами идем дальше и давайте посмотрим, может, что-нибудь редкое будет. Да, военное безумие. Атака на 20 увеличивается в самом начале, плюс шанс можно нести противнику сколько-то урона, либо от магической атаки тоже можно увернуться с маленьким шансом. Так, каждую секунду боя увеличивается скорость атаки. О, хочу, но не могу.
Что он тогда? Тогда пусть будет шанс, что противник промажет. Потому что из-за изгнанного Лизвока нам надо начинать битву менее чем с сотни золота. Каждый раз. Это ж постоянно суммируется. Отлично. Яд нас не сильно интересует. Ну, как бы он вот не интересует нас. А вот стак заморозки и замедления было бы неплохо. Так, когда начинается битва, атака увеличивается на 40. Первая секунда скорость так и увеличивается на 7,5%. Как каждую секунду. Это классно. Это классно, и это классно. И то, и то классно. Взять можем что-то одно. Давайте увеличивать скорость, наверное. Это не хочется. Не хочется. Ну, давай вот. Чтоб крит у нас замедлял врага. Фиши-фиши, бэнг-бэнг, говорит Кинг Луи. Ой-ой, не. Тут мы потерпели поражение. А, не, не, не. Я нас путал, мы оба были похожи в этот раз. Так, волшебный дождь. Шансы вернуться. Небольшой, но пусть будет. Так. Ну, конечно, главная атака тогда. И крит. Ну, слово о крите. Так, можем попробовать сделать реролл. Да, есть подъем. Во, скорость так и учится на 15%. То, что надо. И скоро у нас базовая атака и скорость тоже будут увеличены. Главное добить и получить больше очков. Так, мы здесь. Тут надо. С кастером то мы не перепутаемся. Ух, а чё так больно? Как так? А, у него атака 164. Ух. А почему? И 3-0. Вот это... Люди знают, как качаться. Так, каждый раз, когда враг уклоняется. Не, не хочу. Так, на северном врагу есть шанс восстановить энергию. Хорошо. Шанс восстановить энергию есть. Хорошо. И ультимативный навык нам пришел, но купить мы его не можем. В итоге взяли что-то не то. Арр, зря. Ладно, надеемся, что сейчас мы не погибнем. А где РС? А вот РС, у РС 14. Так, мы справа. Так, нам нужно максимальное здоровье увеличить на каждый навык крита. Плюс каждый крит увеличивает атаку на 1,5 секунды. Не, пусть шанс, что крит врага не удастся. Так, плюс шанс восстановить энергию при атаке врага. При атаке. Это хорошо. А здесь, давайте пробуем обновить. Нет, может здесь будет что-то хорошее. Пылкий додж. Вот, пусть базовая атака противника не удается. И тут, конечно же, пришло все редкое. Но у нас денег нет. Там подъем был, который скорость так и увеличивает значительно. Ну ничего, нас вначале заморозили. Из-за того, что нас вначале заморозили аж на 256, мы получаем огромное количество урона. И я пока не знаю, как этому противостоять. Кастер то, похоже, победит. Так, у нас вот есть подъем.
что позволит нам значительно увеличить скорость атаки. Плюс, что у нас еще есть? Можем здесь обновить. Есть ультимативная энергия. Ульта увеличит нам. Да? Плюс стак заморозки здесь. А, можем что-то взять, да? С каждой 300. Здоровье увеличивает эффективность восстановления энергии на 1.5%. Да, давай. Быстрее энергия будет восстанавливаться. Чаще будем критовать. Чаще будем критовать, быстрее будет увеличиваться наша скорость атаки. О, Лорд Арес. Давайте посмотрим, кто из нас раскачался лучше. Хорошо. И идем с вами дальше. Так, уменьшает получаемый урон. Нет, наверное, лучше взять тебя. Уменьшать получаемый урон. Хотя 8 от критов, в принципе, неплохо. Что у нас? Так. Наш урон также может быть критическим шансом в 40% текущего крита. А критический шанс у нас сейчас большой. Поэтому мы можем взять. О, сейчас мы против костра тут-то мы проиграем. А против Джаврона, может быть, и нет. Ух! Победила нас. Ладно. Но мы все еще живы. Может, у него атака 4? Поэтому 2 здоровья у нас осталось. Так, и мы продолжаем бороться. Так, наносит урон равный единичке максимального здоровья каждые 1.5 секунды. Допустим. Ульта оглушает. Давайте прокачаем. Не знаю, насколько нам это поможет. Нет. Что-нибудь здесь. Крит защита. Шанс, что крит атака не удастся. Уже 21%. Повышение крита тоже классно. Как и вот эта вещь. Пусть крит у врага не удается. Лимонио. Он лечится. И у него почти полное здоровье. Ух. Даже в первую тройку не вошли. 5-е место. Мы можем вернуться пока в холл. Утереть слезы горечи. И подготовиться к реваншу. 4 побед, конечно, у нас нету. Но давайте последний. 3-й раз. Так, морозороженный лорд. У каждого эффекта мороза удваивается. Призывает ледяные глыбы, падающие с неба, оглушая противника на 8 секунд. То есть надо по морозке идти. Ну, пойдем по морозке. Лесной рейнджер, 10 стрел, 15 урона. Давайте пойдем через заморозку. Так, 3 жизни игрока за 50 золота. Это нам не надо, 40-й депозит. Может, что-нибудь случайно? Хотя... А давайте что-нибудь случайное. Интересно, вдруг что-то интересное достанется. Кремуар. Это будет навык указанной ветки, нам заморозка нужна. Нам в самом начале предлагают увеличить крит. Ну, давайте увеличим крит. Окей. Так, из заморозки есть что-нибудь? Нет. Мы будем немножко лечиться, и нам нужна заморозка. Что? Так, 4 стака заморозки. Давай возьмем.
Ух. И он тоже морозный. Так, продолжаем. Яд нам не нужен. А вот заморозка нужна. Когда мой противник выбирает заморозку, эффективность заморозки снижается. Либо давайте просто при базовой атаке будем его морозить. Здесь есть просто базовая атака и уклонение. Есть, вот, уклонение очень здоровое. Во, крит 4 стака заморозки, хорошо. И здесь... Вот, давай тебя... Хотя зачем нам заряд уклонения? Это не то было. Ладно. Нам нужна энергия, ульта и заморозка, да? Ульта и заморозка. Окей, ульта и заморозка. Отлично. Крит, наверное, сейчас не так важен, как ульта и заморозка. Шанс, что атака противника потерпит неудачу. Ну, в целом неплохо. Давайте возьмем. Ладно. Есть каждые 1.5 секунды стаки заморозки. Надо потихонечку его морозить. Ну, давайте его потихонечку морозить. И, наверное, более избирать надо подходить к выбору талантов. Эх, не успели дольты накопить. Ладно. Так, крит-атака имеет шанс восстановить энергию. Это хорошо, но... Додж восстанавливает здоровье. Крит восстанавливает здоровье. Давайте просто пассивно лечиться, наверное. Так. Так. И давайте что-нибудь еще, но... Лечение, конечно, хорошо. Нет. Вот так. Мистер Медведь против нас. Ой, немножко не смогли. Жаль. Так, волшебный покер. 5 навыков подряд принадлежат одной и той же ветке, будут важны один случайный навык этой ветки. Давайте пробуем волшебный покер. Я пробуем по заморозке пойти. 5 навыков, да? Нам нужна тогда заморозка. Смотрим. О, нет. Или восстановление энергии. Давайте, наверное, восстановление энергии возьмем, ладно. Ага, нету. Вот есть на восстановление энергии. Вот есть на восстановление энергии. А вот есть уже на заморозку неплохие вещи. О, когда начинается битва, 75 стаков заморозки накладывает. Хочу. 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 Давайте надеемся, что мы сразу сможем купить эту штуку. Так, а мы от яда умираем. Так, берем заморозку. А мы же брали тебя. Так, заморозка была одна. Ладно.
Заморозка. Шанс шипы вызвать. Вот так вот заморозка. Все. Три навыка заморозки. И больше пока нет, но мы можем обновить. А тут заморозки тоже нету. Ладно, обновим еще раз в следующий раз. Ну, сейчас само чай 75 стаков заморозки, оп. Хорошо, нам нужна заморозка. Вот у нас замораживание крит есть. Это четвертый. И нам нужен еще один навык. Какой-нибудь заморозку. Замораживаем башочки. При получении урона есть шанс на 4 стака. Хорошо. Оп. Есть. Вот у нас есть снова заморозка. И это все хорошо. Так, 8 стаков заморозки. Во, 150 стаков заморозки в начале боя. Вот это хочу. В самом начале будет получить преимущество и сильно врага замедлить. Это мы на себе в прошлый раз опробовали. Это очень неприятно, если на меня это применяют. И это очень приятно, если я это поменяю. Так, замедляем его. Но, увы, немножко не хватило. Больше заморозки вначале на врага. Так, сколько у нас? Одна заморозка. Еще одна заморозка. Собираем всю заморозку, которую можем найти. Еще одна заморозка. И... нет. Ня. Ня. И тут нет заморозки. Ладно. Так, еще две заморозки и сможем взять дополнительные. Навык это будет хорошо. Так, ну вот мы его замедлили существенно. Но у него здоровья намного больше. Нам надо что-то со здоровьем делать. Мы целых три раза ульту использовали, но здоровья у него слишком много, а у нас, видимо, слишком мало урона. Эх. Так, нам нужна заморозка. Заморозка нам нужна, а это не заморозка. Вот заморозка. Так, волшебный покер у нас сработал. Теперь можем идти по... тебе, наверное. Так, есть, конечно... больше замораживания постепенный. Но мы брали все. Наверное, базовую атаку увеличивать, да? Да и базовую атаку бы убрать тогда. И на атаку есть шанс, что базовая атака врага потерпит неудачу. Ух ты. Что там сработало? Но он слишком активно восстанавливает здоровье. Увы, еще одно поражение. Так. Обновление бесплатное. Или... давайте возьмем бесплатное обновление. Учитывая, как активно мы ищем новые навыки. Сейчас нам нужна базовая ветвь, да? Бесплатное обновление, раз. Бесплатное обновление, два. Нам нужна базовая ветвь, но вот есть пылкий дождь. Давай тебя посмотрим, может что-нибудь более интересное есть. Безумный крит. Давайте возьмем. И атакующая атака пойдет. Все, взяли. И теперь надо что-то на здоровье брать, да? Так, давайте замораживающий крит.
и 300 стаков заморозки. Мне кажется, это неплохо. У нас очень мало здоровья. У нас ветка со здоровьем вообще... Она почти прокачана. О, надо было... Чем раньше мы начинали, тем быстрее бы оно вылечилось. Ладно. Ой, а че это у нас так много? Как? Яд. Видимо, яд. У нас базовое здоровье не очень там... У них хотя столько же, как у него, в принципе. Тогда странно. Мы почти выбыли. Похоже, самая первая наша партия была наиболее эффективной. Так, Шамада, нам нужна заморозка, говорят. Ну, давайте посмотрим, что из заморозки нам могут предложить. Это, конечно, хорошо. Замораживающая атака есть. О, еще больше заморозки здесь. Так. И еще одну заморозку бы найти. Ну, давай так. Отлично. А, это мы зря сделали. Это нам бесполезно было. Ладно. Если мы... Не, сейчас если мы проиграем, то мы все еще выживем. Да. Где-то как-то мы не так качаемся. О, надо на лечение что-то брать. На лечение, на здоровье. Может попробовать еще партию сделать с лечением и здоровьем, а? Как скажете. Атака выщивается. Так. Давай так возьмем. Так. Ну что у нас там? Она окончательный и налечить. О, тут есть... Ай, не купили. Это зря. Это значит, что мы сейчас проиграем. Надо было все равно брать в последнюю секунду. Мы даже бонус бы и не получили. Ну, здесь яд нас добил. Увы. Последнее восьмое место. Ну, не гоже заканчивать на последнем месте. Поэтому давайте сделаем еще одну попытку. Восьмое место. Было плохонько, говорят. Безумный Аксман. Первоначально множество крита увеличивается на 40, то есть надо по критам идти. Уж, ну или лечиться. Пошли по критам. Криты. Так, что у нас? 550 золота, когда мы достигнем 4 уровня. Или постоянно увеличивать атаку базовую. Давайте постоянно увеличивать базовую атаку. Так, нам нужны криты. Поэтому все, что мы видим, связанное с критами, можем вычесть крит еще на 3. Я думаю, нам это подойдет. И здесь нет критов. А здесь есть. Оп, вычу немножко максимальное здоровье. Так, а что у нас делает? Бросает бомбу, нанося 240 плюс множитель крита умножить на 3 святого урона, снижая его максимальное здоровье. Давайте посмотрим, сколько у нас будет критов. Там вроде 50, 50, вот еще 50 есть. Окей,
5 стаков яда. Ну давайте, это все равно крит. Плюс увеличивает атаку. Хорошо. Больше стаков яда. Хорошо. Здесь крита нету. Можем сразу обновить. И, кстати, под хил бы взять тоже не мешало бы. Но пока стараемся крит. И можно взять тебя в следующий раз. И берем безумный крит. Дальше нам стоит взять что-то на здоровье. Например, просто увеличить максимум здоровья на 100. Это неплохо. Дальше магический крит. О, наша атака тоже может ударить с критом. Либо каждый уникальный навык. Сколько у нас тут? 6. Можем на 30 теперь увеличить. Это как неплохо. Ну, давай тебя возьмем. То есть видим крит, надо брать. И надо брать восстановление здоровья и здоровье еще. Все. Здесь пока нет. Во, крит есть. Каждый крит восстанавливает нам 24 здоровья. Хорошо. Давай возьмем. Здесь, наверное, нет. Уникальный навык базовой ветви. У нас их там один. Не, не интересно. Так, каждый крит еще закладывает заморозку. Давайте возьмем. И здесь. Давайте небольшой шанс восстановления энергии возьмем. Так, волшебный покер. 5 навыков подряд. Еще один случайный навык из ветки, это хорошо. 25 бесплатных обновлений. И можно брать еще либо шот золота на уменьшение жизни. Давай возьмем тебя. Берем крит, значит, да? Это не крит. Крит. Раз. Крит. Два. Это не крит. Тоже, к сожалению, не крит. Крит. Три. А потом уже будем брать что-то, что будет давать нам здоровье. Ищем криты. Вот у нас крит. Каждый крит вычивает атаку. Это хорошо. И еще один крит. У нас все есть на крит. Каждый крит носит больше урона. Крит можно вычить на 5 секунд. Это классно. Возьмем тебя сперва. Так, получили еще один какой-то навык, да? Хорошо. И теперь можем взять, наверное, на восстановление здоровья. Каждый крит пусть восстанавливает нам больше здоровья. Хоть можем продолжать тогда крит набирать, в принципе. А следующие у нас неплохие штуки с критами идут.
Отлично, магический крит. Нет, давайте крит в самом начале увеличим. Так, это у нас два крита. Давайте тогда еще критов понасобираем. Или нет? Так, больше стаков яда. Окей. И хотелось бы тебя взять. Надо потратить, поэтому давай каждый крит пусть он восстанавливает здоровье. Тоже неплохо. Но та штука была лучше. Смотрим, это нет. Это... О, можем увеличить максимальное здоровье. Это хорошо. Живем. Итак, увеличимся максимальное здоровье. Так, и нам нужно... А, ну все, покер сработал. Значит, можем посмотреть что-нибудь. Каждый крит восстанавливает больше здоровья. Тогда идем дальше смотреть на криты. Крит увеличить на 6. Почему нет? Так, ищем криты. Больше стаков яда. Да, давайте. И здесь тоже хорошо, все связано с критами. Крит на 9 можем взять, либо сделать так, чтобы крит противника не удался. Это также максимум здоровья увеличит. Что неплохо. Окей. Так, еще больше тебя. Увеличь крит. Давай, наверное, увеличим сам крит. Так, смотрим, что у нас еще есть. Плюс давайте закладывать немножко заморозки. Здесь восстановить энергию. И чтобы крит противника не удавался. Давайте восстанавливать энергию. Критов у нас довольно много. Это не то. А вот здесь крит есть везде. И это потом можно будет взять, чтобы, например, улучшить себе здоровье. Отлично. Можем остановить как же нашу жизнь. 7 случайных навыков. Или... Вот давайте 7 случайных навыков. Тут будет что-то классное. Я думаю, будет что-то более подходящее, но... Ладно. Продолжаем. Тогда здесь... Больше здоровья? Да? Так, и что у нас... Криты надо. Точно, эта штука нам сбила наш покер. Это нехорошо. Окей. Подняли до максимума наши криты. И похоже, это был путь к успеху, судя по тому, сколько побед мы смогли себе уже заработать. Святой взрыв. Когда начинается битва, наносит противнику святой урон в размере 30% максимального здоровья. Да, берем. И нам нужен... А, получили еще от тебя. Хорошо. Теперь можем взять что-нибудь, наверное, на здоровье.
Либо еще на криты. Давайте посмотрим. Восстановление энергии у нас... Давайте посмотрим, что у нас еще по критам есть. Больше заморозки. Давайте больше заморозки. Понятно, тогда как тогда меня побеждали. Они брали этот навык. Эпичный навык из критов, который сразу носит кучу урона. Извини, железо. Так, а мы с вами продолжаем замораживать и крит, говорят. Продолжим копать крипы. Криты, хотя... Вон, можем... Может, не урон наносить, конечно. Что-то мы, конечно, не то и делаем, да? Неужели... Нет, есть. Каждый крит увеличивает нашу атаку. Можем вообще крит увеличить. Давай так. И еще что-нибудь на крит. Надо было криты увеличивать, в общем. Так, восстановление энергии, это хорошо. И нам нужен еще один крит. Это все классно, оно, конечно, светится. Но... Что у нас есть на крит? Пожалуйста. Хотя можно было уже купить. Потому что на все эти реролы мы потратили очень много денег. Ну, пожалуйста. Что-нибудь связанное с критами. Ну, сейчас... Похоже, мы обложились. Ладно. Не смогли найти. Попробуем поискать в следующий раз немножко. Возможно, мы максимум уже почти взяли. Нет, должно быть еще. Должно быть еще. Смотрим, что-нибудь связанное с критами. О, есть штуки, связанные с критами. Отлично. Вот, мы видели, что есть штуки, связанные с критами. Так, теперь можем по здоровью пойти, да? Ну, пошли теперь по здоровью. Ага, оно тут криты предлагают. Ладно, от этого мы отказываться точно не будем. Это мы возьмем. Взять тебя, чтобы больше. А давай. Крит так будет интереснее. Ветка уклонения нам не нужна. У нас много здоровья, это мы можем взять. Можем посмотреть еще что-нибудь на криты. Или на здоровье. Тут нигде ни того, ни другого нету. Вообще нам есть, наверное, что прокачивать. У нас есть магический крит недокачанный. Просто сила крита и шанс, что противник критом промахнется. Ну и разрывной снаряд. Тоже не докачан.
карты. Давайте посмотрим, что еще нам могут дать. Что-нибудь связанное с критом, со здоровьем. Что-нибудь интересное. Пожалуйста. О, магический крит есть. Либо просто... Вот так просто крит сперва повысим. Так, плюс тебя тоже повысим. Ну, сейчас будет последний бой, скорее всего. Постараемся победить. Ух ты, нас победили. Хорошо. Хорошо. Значит, так, да? Два, нам нужен крит. Хотя крит сейчас будет очень сложно найти. Тогда можем восстанавливать здоровье. Так, магический крит. Или вычесть крит на 21. Надо вычесть крит на 21. И... Давай тебя возьмем. Получим крит. Две звезды у нас тут есть, это хорошо. И здесь пойти по сердцу. Давайте по сердцу пойдем. Здоровье увеличим. Ух ты. А мы так еще и проиграть можем. А все так хорошо шло. Так. Так, давай так. Смотрим на здоровье. Так. На здоровье много. Так, уменьшает. Получаем урон или... Давайте или восстановление энергии вычесть. Окей, что там произошло? И... Надо выигрывать. Наши снаряды не успевают до него долететь, но почти. Почти. Нам главное один раз победить, и мы сможем, да? Так, базовая ветвь. Базовая ветвь, ну, давай немножко вычем. Здоровье. Уж тут магический крит есть. А нам... Базовая атака, здоровье. Вот все-таки магический крит есть. А давай так. И... Что у нас есть еще такого? Вычем урон. И уклонение пробуем увеличить. Только нам это поможет. Все, наверное, восстановить. Ну тут уж кто кого. Нет, мы еще один бой сможем продержаться. Давай, уйти, уйти. Есть. Фух. Мы победили. Поздравляем. Это была славная битва. И славная череда побед. И поражений, конечно. Фу. Серебро второго уровня. Взяли. Что нам дают за серебро второго уровня? Наверное, в рейтинге что-то. Не, в рейтинге мы далеко внизу, наверное. 4758. Что, наверное, неудивительно. Но мы можем открыть сундучок. И тут... Есть яростный маг. А также немножко кристальчиков. Привилегий нету. О, разные поля боя есть. Эффекты победы. Различные предметы. Давайте посмотрим, а просто что делает яростный маг. Альбом. Когда здоровье врага падает ниже 75%, увеличивается ярость героя.
выпускаем луч заряженной разрушительной энергии, нанося противнику 200 плюс сумма ярости обеих сторон. Надо разбираться, что делать ярость. Но пока давайте завершать. Мы смотрели на демку под названием Skill Legends Royal. Большое спасибо за просмотр и увидимся!